Мы уже как-то снимали ролики на китайские автомобили, и было очень много комментариев, что люди писали в основном, цена необоснованно завышена, мол, это китаец, у него там плохая сборка, плохое качество и все остальное. Почему он так дорого стоит? Чтобы вы понимали, на сегодняшний день стоимость автомобиля формируется не только от себестоимости запчастей, зарплаты рабочим и всего остального. На сегодняшний день примерно третья часть, наверное, стоимости автомобиля, в нее заложен маркетинг, то есть реклама. Я, ты и все остальные, мы на сегодняшний день уже зажрались. И чтобы нам что-то продать, производителям надо сильно постараться, вбухать бабки в рекламу, чтобы вы купили вот эту машину, мороженое, пачку макаронов или еще чего-то. Поэтому цены и растут в основном, скорее всего. Вот, такой на сегодняшний день мир стал. И когда мы снимали другой китайский автомобиль, вы писали, что очень дорого, то вот мы решили снять машину, которая тоже от китайского производителя, но собирается здесь у нас в Беларуси на заводе Unison, который нам предоставил эту машину на съемке. Вот этот автомобиль, это будет, я думаю, прямым конкурентом Hyundai Creta, Renault Captur. Выглядит он визуально. Конечно, он не может сравниваться с Tiguan либо Q5, потому что не будет тут, скорее всего, того качества материалов, но про сегодняшнее качество вообще любого производителя я бы вообще еще поспорил, потому что все стремятся к тому, чтобы больше дать маркетинга, чем качество людям. И мы это с вами все прекрасно понимаем. Как даже люди сейчас говорят, есть известная поговорка, что раньше машины собирали инженеры, а сегодня их собирают маркетологи. И это факт. Сегодня мы приехали на завод Unison, чтобы снять эту машину. Это Zoti T600. Но раз уж я начал с багажника, то давайте тут тогда и продолжим. Про объем багажника в литрах, я думаю, говорить нет смысла, потому что, как правило, это людям ни о чем не говорит. То есть я вот специально сюда сел, чтобы вы понимали примерно, сколько здесь места. Это обычный городской кроссовер, в который можно загрузиться и ездить по городу, можно нормально загрузиться, поехать и на дачу, если у вас семья не очень большая. Сиденья задние складываются почти в пол. К сожалению, не в пол, как этого хотелось бы. Там он не сложился до конца, потому что у нас лежит сумка оператора. Вот по этому сиденью можете посмотреть, как оно складывается. И по факту, если нужно какой-то груз перевезти, то с этим проблем никаких не будет. Дальше посмотрим, что у нас. Вот, кстати, эта комплектация. В этой комплектации сразу идет дополнительный комплект летних ковриков ворсовых. Вот этот коврик нужно дозаказывать, и он за отдельную плату идет. Здесь у нас идет пластиковый органайзер, крюк. И вот первый косяк. Вот снизу пластиковый органайзер, под ним находится полноразмерная запаска. Но чтобы поднять этот органайзер, ну прям реально зацепиться не за что. Вот надо прям помучиться, чтобы его достать. Тут у нас лежит полноразмерная запаска, домкрат, знак аварийной остановки, и вокруг запасного колеса еще есть неиспользуемая ниша. Сюда можно было бы тоже воткнуть какие-то пенопластовые штуки, чтобы можно было что-то складывать. А так сюда, если что-то кинешь, она будет постоянно греметь, и это не совсем хорошо. Ну вот если колесо вы пробьете, то вынимать не знаю, будет удобно, не будет. Может быть, повыше эту штуку поднять надо было. В общем, такие смешанные чувства. Хорошо, хоть крючок есть, которым можно эту полку зацепить. Так, тут у нас коврик. А коврик вырезается, чтобы можно было, чтобы был доступ к ручке. Ну, я же говорил, коврик надо докупать. Ну и все, про багажник тут рассказывать нечего. Есть ручка. Крышка багажника очень тяжелая. Не знаю, насколько это будет удобно. То есть даже вот я с нормальным усилием пытаюсь машину закрыть. И не очень удобно это получается. То есть, по факту, это будет выглядеть вот так, скорее всего. Это грязные руки.
открывается нормально, плавно, закрывается крышка багажника по-богатому. Ну вот одной рукой ее прям реально очень тяжело закрывать. Сейчас еще раз попробую. Ну, тяжелая крышка. То есть надо будет помогать руками, руки становятся грязные. Если посмотреть на машину сзади, то это Audi Q5 напоминает, наверное. Вот машина у нас средней комплектации, то есть комплектации пожирнее, у нее будет не 17-е диски, как здесь, а 18-е, будет панорамная крыша, будут подогревы сидений. Ну, в эту комплектацию тоже можно, к примеру, подогревы дооснастить. Далеко не каждый производитель, кстати, хочу заметить, сейчас клеит вот эти вот защитные пленочки, потому что очень часто здесь под ручками появляются царапины. Ну, тут эти пленочки есть, здорово. Так, сиденья мы откидывали, сейчас поднимаю их обратно. Тут у нас салон изготовлен из мягкого такого кожзаменителя. Ну, я думаю, вряд ли это кожа, скорее всего, кожзам, потому что очень мягкий. Но строчка, по моим ощущениям и визуально, она довольно качественная. Сиденье отодвинуто так, как я сидел сам за собой, и машину я гнал сюда на тестовую трассу сам. То есть, видите, я сижу сам за собой, у меня рост 1,83 м, и вполне себе удобно. Для задних пассажиров тут никаких, конечно, я не наблюдаю преимуществ. Единственное, что вот здесь вот очень прикольно откидывающаяся розетка. Мы сейчас снимем ее крупненько. То есть, если она мне не нужна, ее можно убрать. Если она нужна, она откидывается. Никаких пепельниц, прикуривателей и всего остального я тут не вижу. Ну, тут как бы даже нету головного света в потолке. Ручки, чтобы садиться, крючки, чтобы повесить одежду. На переднем сиденье сетка, органайзер, в который можно что-нибудь положить. Ну и больше тут ничего нету. Креплений никаких, изофикс тоже нету. Обычные ремни безопасности. Может быть и есть, но их не видно. Машина еще в пленке, она новая, недавно сошла с конвейера. Ну и тут больше про эту часть рассказывать особо нечего. Единственное, вот я вижу отличие. Смотрите, тут строчка у нас серая, а на дверях строчка идет белая. Ну, я не знаю, с чем это связано. Может, у них ниток не хватило. Тут идет пластиковая вставка на ручке под дерево. Смотрится, ну, как бы видно, что это не дерево, потому что структура такая вряд ли бывает. Но смотрится более-менее сносно. Мне нравится. Здесь тоже идет эта пластиковая вставка. Машина у нас в комплектации с бесключевым доступом. Ключик у нас такой же, как и в Zoti E500 электрокар мы снимали. Ключ выполнен качественно, мне нравится. Он такой тяжелый, увесистый, то есть не сказал бы, что он китайский. Ну, тут по посадке, что можно сказать? Она какая-то нестандартная. То есть вот я ездил на и новом на Тигуане, на Туареге. Как-то можно, наверное, регулировкой, я не знаю, утопить сиденье. Ну, то есть вот так вот одна регулировка механическая, которая его опускает. Вот эта регулировка у нас в спинке тоже механическая. В более жирной комплектации тут уже будут электрические регулировки и будут электрические регулировки у переднего пассажира тоже. Но посадка такая, какая-то, наверное, автобусная, что ли, я не знаю, высокая и, не знаю, как это сказать, очень прямой угол, и он не очень хорошо регулируется. То есть я, например, для себя, чтобы найти положение, в котором будет удобно, ну, прям надо постараться. Руль у нас регулируется, как я понял, только по высоте. На вылет он не регулируется, поэтому вам придется это все делать сиденьем. Тут сразу давайте посмотрим. Полностью электропакет на все четыре двери. Блокировка стекол и блокировка центрального замка. Регулировка электрозеркал, то есть все, что в машине должно быть для обывателя, это все есть. Ручки выполнены. Ну, это, скорее всего, да, это пластик, вряд ли это алюминий, они похожи как под алюминий, но это, да, это пластик. Тут у нас регулировка яркости дисплея, отключение парктроников. Парктроники у нас передние и задние. В жирных комплектациях можно поставить камеры 360, там на это на все есть отсеки. Тут для того, чтобы открыть лючок бензобака, нужно нажать вот эту кнопочку. Что касается руля, тут он обычный трехспицевый мультимедийный руль. Хват удобный, но вот качество руля
оставляет желать лучшего. Я бы какую-нибудь оплеточку, наверное, мягенькую на него сделал. Тут у нас по мультимедиа кнопка выключения громкости, переключение режима мультимедиа, громкость больше-меньше вот с таким удобным курсором, переключение треков. Здесь у нас подключается, если телефон, то можно поднять и либо сбросить вызов. Вот здесь, как я понимаю, можно дооснастить машину, когда есть система круиз-контроля, то круиз-контроль управляется тут. Слева у нас на стрекозе в более топовой комплектации будет датчик света, датчик дождя. Тут его нету, тут у нас обычные включаются габариты, ближний свет, дальний. Тут у нас небольшой отсек положить какое-нибудь барахло, но это барахло, не знаю, может быть, деньги сюда ложить, но только не монеты, потому что пластик очень дубовый, они там будут греметь. Если что-то мягкое положить, например, документы водительские, либо деньги бумажные, то будет удобно. И есть второй у нас бардачок, как его называют еще для перчаток. Тут какие-то клипсы находятся, документы на автомобиль, лист А4 туда вряд ли влезет, только если не сложить его пополам. Ну, то есть он не очень большой, это уже каждому смотреть самому, насколько это удобно и тактично. Ну, тут у нас по мультимедиа, сейчас заведем, посмотрим, как это все работает. Тут у нас расположился кондиционер, то есть это даже не климат-контроль, тут стоит обычный кондиционер, но вот с такими вот более-менее приятными крутелочками. Из хорошего, по-моему, пластика. Тут все понятно, ничего особенного. Система мультимедиа сенсорная. Отклик неплохой. Ну, то есть без особых усилий я нажимаю спокойно. Вот подключение iPod, настройки, Bluetooth, радио. Сейчас послушаем. Батончик коммунарка. Его удобно регулировать, это радио. Сейчас сделаю потише. То есть вот регулируется волна пальцем. Можно ее ловить. Также есть кнопки меню отдельные, если не хотите сенсором управлять. Вот здесь у нас расположен пепельница. Достать, вытряхнуть. Отдельно розетка на 12 вольт. И отдельно стоит прикуриватель. Это удобно, потому что в машинах такого бюджета обычно стоит, если стоит прикуриватель, то он там стоит один. И чтобы туда что-то воткнуть, прикуриватель надо достать и куда-то убирать. Тут стоит дополнительная розетка. Это плюс. Ручник у нас не электронный, он обычно механический, как я понимаю, тросовый. Ну вот еще такая особенность, у машин обычно показывается температура цифрами, здесь она не показывается, то есть холодный, горячий и все, сам допридумывай, какая там температура, то есть ее надо по ощущениям, вот по этим вот меточкам выставлять и все. Как я говорил, климат-контроля тут нету, тут обычный кондиционер, поэтому только по этим меткам надо будет ориентироваться. По подушкам безопасности. Насколько я вижу, в этой комплектации подушек безопасности две всего лишь. Это, наверное, больше минус, чем плюс. Одна подушка здесь, вторая подушка здесь. Но, как я понял, можно дооснастить еще подушками здесь и, возможно, сзади. Головной свет оценить невозможно, потому что очень солнечно и ярко. Но не знаю, насколько он будет хороший. Тут у нас под очки отсек, вот здесь у нас козыречки без света. Мы же говорим сейчас про бюджетный автомобиль, поэтому для нее это вполне нормально. Козыречки мягкие, удобные, пластик. Ну, я бы не сказал, что он скрипит, и он не прям дубовый, он какой-то вот средний, соответствует своему бюджету. Кнопка старт-стоп для того, чтобы заводить машину, потому что ключ у нас вот такой, как я уже говорил. Как видите, может быть еще без кнопки старт-стоп. Вот отсек для обычного ключа, это, наверное, для самой дешевой комплектации. Воздуховоды регулируются во все положения. Кнопка аварийной остановки, вот прям такая глянцевая, приятная и удобная, находится в удобном месте. То есть все органы управления на вытянутой руке, и это удобно. Есть версия на коробке DSG 6-ступенчатая, у которой стоит двойное сцепление. Тут, как вы видите, у нас обычная 5-ступенчатая механика, которая работает в паре с 1,5-литровым бензиновым мотором. И про него мы сейчас расскажем. Смотрим под капот.
Вот под капотом стоят газовые упоры, что уже приятно, что не надо какие-то искать палки, ставить, куда ее воткнуть, и чтобы этот капот не падал. Упоры держат. Под капотом тут 1,5-литровый обычный мотор Mitsubishi. По-моему, если не ошибает память, он ставился там на Кольт, на Лансеры какие-то. У него 215 ньютон-метров крутящего момента. Но этот мотор турбированный. Стоит турбина, она небольшая. Не знаю, насколько хватит ее ресурса, но это покажет только время. Машина собирается с 2015 года. Насколько я знаю, особых проблем у них никаких не было. Под капотом очень много пространства. Особые любители, которые на YouTube брать какую-нибудь машину и ставить в нее другой мотор, который туда, по идее, не должен залезть. Сюда, мне кажется, может залезть даже какой-нибудь V6. Если постараться, мне кажется, сюда и V8 можно воткнуть. В чем плюс? В том, что подкапотное пространство большое, мотор нет. И это удешевляет цену ремонта. То есть везде, с любой стороны, можно подлезть, добраться и отремонтировать то, что вам нужно. То, что мне нравится еще, когда машины собираются у нас, посмотрите, все абсолютно наклеечки, они все на русском языке. Даже девочка сядет какая-то в эту машину, видит, что у нее не хватает уровня, но она не знает, где что. Конкретно подписано гидроусилитель, конкретно подписано тормозная жидкость и все остальное. Все ясно и понятно. По поводу, я сразу знаю, что вы будете писать комментарии, что это Китай, плохой металл и все остальное. Это, я не знаю, какой здесь металл, но даже если он плохой, то это все решаемо. Вы всегда можете у дилера заказать полную антикоррозийную обработку. Она стоит копейки по сравнению со стоимостью машины, и ничего с вашей машиной не случится. То есть все скрытые полости, они все обрабатываются, подкапотное пространство, открытые части, они все обрабатываются. Вот видите, эта машина обработана. И не будет она гнить, все с ней будет хорошо. Что касается сборки. Кто-то там мне писал, говорил, что белорусская сборка это не очень, и собирать у нас не умеет. Ну вот посмотрите зазоры здесь, здесь. Посмотрите вот на этот зазор. Он абсолютно ровный. Что с этой стороны, что с левой стороны. Машина реально собрана достойно, но как она покажет себя на дороге, тут нужно только время. То есть надо машину брать и ездить. Морда машины, как вы видите, но это, не знаю, это что-то среднее между Тигуаном и Туарегом. Как по мне, оптика тут красивая. Здесь у нас стоят дневные ходовые LED-огни, активный поворотный ксенон. Ну вот, я не знаю, это, наверное, фишка Zoti на все фары ставить вот эту голубую каемочку. Тут уже на любителя. Кому-то понравится, кому-то нет. Надо выбирать каждому. Сейчас, наверное, проедем на этой машине. Мы находимся на тестовой трассе завода Unison. Погоняем на ней, посмотрим, как она по дороге ездит, как она препятствия преодолевает, как она проходит неровности и все это обсудим. Вот начали ехать. Сразу что хочется отметить, это зеркала. Зеркала большие, удобные, в них все хорошо видно, обзорность хорошая. По динамике. До 2000 оборотов машина не едет. Я понимаю, турбина подхватывает после 2000 и уже начинается какое-то движение. Руль не очень мягкий, то есть он такой, он в меру жесткий, ближе как, наверное, к спортивной машине, но эта машина к спорту не имеет вообще никакого отношения, и мне кажется, это конструктивная особенность рулевой рейки. Сейчас, когда проезжали по тестовой трассе и были вот эти вот моменты, там такие были на земле, получается, металлические пруты лежат, и вот когда на вывороте колеса проезжаешь по этим прутам, руль минимально подбивает. Вот такое чувство, что когда в машинах сидишь более дорогого класса, такое подбивание руля, это бы расценивалось, наверное, как неисправная рейка, а здесь машина новая, поэтому я и думаю, что это конструктивная особенность рейки. Передача, переключение плавное, но немного сам селектор, он немного тугой. То есть нужно приложить усилия, чтобы воткнуть передачу. Он не включается, как на Volkswagen, двумя пальчиками. Я не знаю, плюс это или минус. Тут нужно, в общем, взять машину на тест-драйв, сесть и попробовать. Реально, устраивает вас такая динамика, управляемость и все остальное. Мне, например, как простому обывателю, у меня машина бы, наверное, полностью устроила. Ну, мне она как бы не нужна, потому что у меня передвижение только по городу. И, например, на сейчас у меня в машине расход 7 литров. Здесь вот бортовой компьютер показывает расход 9 литров. Вот сейчас едем по тестовой трассе, и уже самые такие кочки, ямки начинаются. Вот как бы машина все их проглатывает, нормально едет.
едем 20 км в час, сейчас будет вот имитация бордюра, вот съезд с бордюра. На 20 км в час, то есть я даже не притормаживаю, машина вот спокойно съезжает, ничего не пробивает, подвеска выдерживает. Заезд на эстакады мы тоже сделали. Здесь, кстати, есть система помощи спуски с горы и подъем в гору. То есть, когда заезжаем на гору, отпускаем педаль тормоза, машина стоит на месте и помогает вам в эту гору подобраться. Вот сейчас мы заезжаем на тросы, натянутые по дороге. Тоже машина их проглатывает. Выворачиваем на брусчатку. Ну и, как видите, машина абсолютно по шумоизоляции, например, тоже я ничего не слышу. Она полностью соответствует своему классу. Шумоизоляция здесь неплохая. Что по поводу цен? Про цены скажу позже, потому что я пока про цены не спрашивал. Ну вот по разгону вполне одинаково машина едет, как и Tiguan, вот на 1.4 TSI. Точно так же этот мотор здесь разгоняется. То есть этой динамики хватает вполне, чтобы передвигаться по городу, по трассе. Единственное, мне кажется, по трассе мы сегодня не будем выезжать. Но я думаю, здесь очень будет не хватать шестой передачи. Пять передач все-таки для кроссовера это маловато. Еще и для 1,5-литрового мотора. Ну и вот, как я говорил, на расходе 9 литров. Разгон у этой машины, кстати, 9,5 секунд до сотни, что для городского бюджетного кроссовера, мне кажется, вполне достаточно. То есть и по трассе турбина вам поможет где-то кого-то обогнать, и по городу вы будете передвигаться абсолютно спокойно со скоростью потока. В общем, нормальная городская машина. В общем, то, что вкратце мы могли показать вам по этой машине, мы вам показали. Цена, кстати, в этой комплектации 33 тысячи белорусских рублей. Насколько мне известно, они сейчас еще немножко подешевеют. И тут уже вам надо самим записываться на тест-драйв и понимать, нужна вам эта машина или нет. Как по мне, она стоит своих денег более чем. Чтобы рассказать более полно, Аня, можешь дать мне машину на несколько месяцев. Мы ее обкатаем и сделаем несколько полных обзоров, может быть. Ну, а пока все. Спасибо вам за просмотр. Спасибо заводу Unison за то, что предоставили нам машину. Меня зовут Женя, компания Автогарант. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!